Поздравляем жителей Ленинского района. Наш земляк Евгений Рылов вновь победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию. Он взял золотую медаль на своей коронной дистанции 200 метров на спине. На финише Женя показал время в 1 минуту 54 секунды, установив лучший результат сезона в мире. А вот уже следующий финальный заплыв на 50 метров наш спинист закончил со вторым результатом. Его опередил Климент Колесников. Однако Евгений Рылов выполнил отборочный норматив на чемпионат мира и сможет представлять Российскую Федерацию сразу в нескольких состязаниях.